Председатель правительства Абубакар Мальсагов провел совещание, в рамках которого заслушан отчет о деятельности регионального фонда поддержки предпринимательства и развития конкуренции. Фонд реализует ряд мероприятий, основные из которых – развитие системы льготного и гарантийного кредитования, поддержка малого и среднего предпринимательства, а также развитие системы кредитной кооперации. Всего за последние два года фондом выдано более 350 микрозаймов субъекта малого предпринимательства на сумму 176 миллионов рублей. По словам руководства фонда, это позволило создать и сохранить более 700 рабочих мест. Было также отмечено, что фонд поддержки предпринимательства с этого года ежеквартально проводит республиканский конкурс среди производителей товаров народного потребления, победитель которого имеет приоритетное право на получение средств в программе поддержки малого и среднего бизнеса. Премьер сформулировал ряд поручений региональному фонду поддержки предпринимательства и развития конкуренции, в том числе представить перечень рабочих мест, созданных и сохраненных в текущем году в результате оказания финансовой помощи бизнесу.